В один из супермаркетов в американском городе Эшленд забрался медвежонок. Специалисты полагают, что он просто заблудился и попал в магазин по ошибке. После нескольких попыток с помощью корзины для покупок работники магазина детеныша поймали. А что случилось с его мамой, неизвестно. Сейчас малыша отправили в спецклинику в соседний штат, и если медвежонок здоров, его снова выпустят в лес.